опасен. По данным специалистов Управления гидрометеорологической службы, в бухте Гертнера сложилась сложная ледовая обстановка. Толщина льда всего 30-35 сантиметров. Обряд освещения морской воды на крещение под угрозой срыва. Море не успело достаточно промерзнуть, чтобы обеспечить выход на лед несколько сот горожан. Сегодня в мэрии Магадана обсуждали возможные варианты организации крещенского купания. Строительство купели в бухте пока под вопросом. Сегодня нельзя туда людей вообще выпускать. Мы сами там делали замеры. В традиционном месте проведения. Да, там лед старый. Припай пошел от рыбзаводской, новый. Но там 30 сантиметров, он весь в трещинах. Поэтому принимаем решение. Решение может оказаться непопулярным, поэтому принимать его в мэрии не спешат. В воскресенье специалисты управления гидрометеорологии вновь выполнят замеры. Возможно, лед успеет нарасти. В противном случае традиционную крещенскую церемонию либо проведут в другом месте, либо отменят, пока планы не меняют. Территорию намерены сделать более обширной, чем год назад. Так больше магаданцев смогут увидеть обряд. Кроме того, почистят парковку, установят временные дорожные знаки, две палатки для переодевания. 18 января в бухту Гертнера начнут курсировать автобусы. В круглосуточном режиме с 9 до 20 часов установят дежурство спасателей, медиков, полицейских.